Знаете, я начинаю понемножку вовлекаться в да, это кстати, все. Кстати, я тоже. Как-то такие темы, точнее, поднимаются, там, любовь между ангелами и демонами, как-то такие вещи всякие странные происходят. Поначалу это был лютый кринж. Да это им и продолжает оставаться, но... Но как-то... мы начали его покупать. Но это же становится уже нашим кринжом, поэтому нормально. Жизнь на земле. Иногда единственный способ что-то узнать, это пережить это самому. Раф, иди скорее. Профессор Арган ждет нас всех в комнате состязаний. Всех сразу? Для чего? Хороший вопрос. Если я правильно поняла, речь идет о каком-то эксперименте. О, интересно. Сегодня музычку накинули. Всегда было. Они забывают ее вставлять. Вначале было. И я не ожидала увидеть здесь их. Что вы здесь делаете, демоны? Они были приглашены сюда, Раф, так же, как и вы. Сегодняшний урок касается и демонов, и ангелов. Сейчас будет затирать вот уроки полового воспитания. Уроки полового воспитания, да. Хорошо сказано, профессор. Всем вам придется испачкать руки. Звучит неплохо. По крайней мере, для нас. Не знаю про этих облакоголовых. Ты кого облакоголовыми называешь? Успокойся, Ури. Помни, что ты ангел. Для того, чтобы научиться правильно защищать и... спутывать. Вы должны понять, кто такие смертные. Вы должны понимать, что они чувствуют и как они думают. Поэтому следующие 12 часов вы проведете на земле в облике смертных. Вы не можете использовать свои силы или превращаться в ангелов или демонов. Но этого мало. Слушайте, у вас 15 звездных лет, это непонятно сколько, ну хотя бы лет 100 можно было бы взять и пожить. Одну человеческую жизнь бессмертному существу, наверное, можно было выделить. Ну они начинают с малого, хотя бы хотя бы сутки. Вот вы протянете здесь сутки в этом аду, тогда, может, еще и поговорим. Вернуться в школу вы можете только в случае необходимости. Когда мы начинаем? Немедленно. Василиск, Носферату, Аракно, начинайте превращение. Начинайте. А мы видели превращение? Проклясть и спутать. Они как трансформеры. О, не трансформеры. Проклясть и спутать? Да, проклясть и спутать. Ощущать и сохранять. Сейчас. Защищать и охранять, что, да, кажется, синонимы. Но, а тут проклясть и спутать. Потрясающе. Они как рейнджеры. Могучий рыжий. Да. Значит, мы видели, да. И все остальные. Рыгнул, чихнул. Он из бутерброда появился? Из, да, бургера? Он появился из бургера. Почему? Ну, типа, все жирные жрут бургеры, это же очевидная параллель, да? Только вчера ел. Ой, какая красивая. Мне, кстати, больше нравится, как девочки-демоны выглядят. Ну, они какие-то... Вот некоторые пасы в движении повторяются. Чего же вы ждете? Бэу, просто бэу. Вперед, ангелы, сделаем это. Кокс. У нас сегодня полсерии, это будет превращение. Мы по минуту, да, потратили, да, на это. Начинай превращение. Охранять и защищать. Охранять и защищать. Ну, охраняешь ты, вот охраняешь, вот охраняешь, а защищаешь ты это... Что за это? Ну, это все равно одно и то же. Охранять и защищать, ну, как бы... Ну, похожие. Ну, ладно, а по функции? Вот я тебя охраняю от чего-то. И защищаю от чего-то. Ну да. А когда ты проклинаешь, это получается проклятие. Это два действия. Короче, они здесь лучше продумали. Сейчас опять напишет. О, это плохой перевод. Вы такие тупые. Как перевели, так и смотрим. Не, серьезно, ну как можно мы вообще? Что, оригинал как видели? Можно? Да, мы сидели такие, не, нахрен оригинал, мы его отлично впитали в свое время. А хотим теперь на русском посидеть, посмотреть и ничего не понять.
Не, но все равно секс, это... Охранять язык. Кто белье нам вообще ангельское показывал? Да, реально, это неправильно. Никогда такого не было. Даже в Винкс, вот я просто... Даже там белья сколько нет. Мы там ловили всяких эроге моментов, не было такого. Да. Сейчас. Ну, то есть здесь есть, здесь молния, есть свои находки. Начинай превращение. А что у нее за... Молния? Жук молнии? Бабочка, начинай превращение! Лоло, начинай превращение! Надо было петь. Но они такие, это было Винкс, не хотим петь. Какую-то фразу говорить. Это было в «Чародейках». Давайте просто что-нибудь накидаем, всяких звуков бесплатных скачаем. Да. Хорошо, теперь, когда мы вам все объяснили, уходите из школы. Увидимся через 12 Пошли часов. Вон. 12 часов на земле без тела, без защиты? Да это праздник какой-то. Надо действовать быстро. В чем смысл ее заключения, если она привязана к себе же самой? Какая-то магия. Она не может передвигаться. Она не может широко ноги раздвигать. Вся ее проблема в том, что она не может просто вот нормально ноги раздвинуть. Так, посидеть проклять. Свободно. Раф и Сольфус должны остаться наедине. Хорошо. Что она как-то их сводить хочет, понимаешь? Сваха какая-то сваха. Небесная. Но у нее очень красивый дизайн. Мне нравится. Вот эти все паучьи штуки. С дороги, толстяк. Твоя уродливая физиономия прямо посреди дороги. Эй, я им покажу, кто смеется. Знаю, что было бы клево поразить их Нам нельзя использовать наши силы, помните? К тому же, учитывая, что нам придется провести тут 12 часов, надо найти какое-нибудь место, где можно повеселиться. Тут есть любое место подальше от вас, да, ангелы? Да! Вот это да! Мы с вами в чем-то согласны. Ладно, пойдемте, девочки. Нечего тратить время на разговоры с ними. Вот это жизнь! Отличное место для ничего не делания. Ух ты! Это наш мяч! А плач решили не озвучивать, да? Да, как же приятно на Какая солнышке. Она классная. Жаль, что солнце портит мою чудную нравится. Бледную кожу. Меня сейчас тошнит. Я сказала что-то не то. Смотрите. Да? Что они здесь делают? Да они сами ничего придумать не могут. Они хотят испортить нам наше веселье. Ха-ха-ха. Вообще-то я думаю, что веселье как раз сейчас и начнется. Я хочу посмотреть на тебя поближе. Прикольно, что они уточняют. Ангелы, мы же обычно говорим, люди, посмотрите. Люди, скорее, люди. Иди тогда к нему сама. Вау. Говна, говна собачьего взяла. Эй, моя футболка. Собачьим говном к нему залепил. Это реально? Это огромное количество находок. Тут и магия не нужна, когда есть говно. Обалдеть. Не, вы поймите мое удивление, потому что все обычно цензурируется, там, не знаю, клеточка там вот смотрится. Вообще, говно табуированная тема. Говно просто на улице лежит. Почему хозяин не убрал, во-первых? Ну вот не убрал, и это стало оружием. Класс. Радуйся, что я тебе по носу не попала. Это и тебя касается. Да, смотри, получишь сейчас, Сульфус. Отпусти меня. Жесть. На, получи. И ты получи. Это прям драка. Да. Драка, это великолепно. Сейчас Сульфус тоже будет драться с этой Рафой. Там будет вот так. Борьба такая. Нет, поборол меня. Почему все так реагируют? Ну, типа... Не знаю, это все очень... Я не знаю, у меня какие-то смешанные чувства. Я в восторг прохожу, потому что я...
Езжай, я даже такого не видел, ты понимаешь? А вдумайтесь, демон сейчас может просто вот домогаться до ангела. Да, и теперь им можно трогать друг друга. Им можно трогать друг друга без всяких проблем. Да над чем вы, да озвучите вы смех, над вы чем вы смеетесь? Так, будто... А они не смеются, они просто... Так и надо. Изи, валялись. Тебе идет. Давайте вернемся и переоденемся. Нельзя. Аркан же сказал, что можно вернуться только в случае необходимости. А это не считается? Это модная необходимость. Не могу же я так ходить. Успокойся. У меня есть идея. Давайте пойдем по магазинам. О, прекрасная идея. Ты всегда знаешь, как меня хера утешить. Так это же ангелы и демоны. Но они демоны они воруют у людей. Колдовать. Демоны воруют у людей, а ангелы живут на пожертвования с церкви. В церковь пойдут. В кои-то веки мы с вами согласны. Тогда решено, идем по магазинам. Все вместе? Да, почему нет? В ТЦ-шку пойду. Опять очки. Пошли. Она вообще поугарает по очкам. Смотри, распродажа. Неплохо. Да. Позвольте вам помочь. Это этот паук. Паук это? Это не паук. Это... Паук там за деревом. Смотри, рядом. Мать, вот ты куда? Смотри, паук, паук, все. Паук. Да он выглядит как бес. Вот паук. И тот паук, и этот паук. Я нашла то, что хотела. Дьявол носит не только Прада, девочки. Мила, но тебе не сравнится с Ури и мной. Мы выглядим божественно. Похоже на грешок гордыни. Кто-нибудь видел Микки? Нет. Видишь, они даже сами уличают друг друга в косяках. Да, 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 прикольно. Но вы писали, что в будущем это будет как-то по-другому раскрываться, что и ангелы... Что ангелы не святые. Что и ангелы не святые, и демоны не прям плохие, что плюс-минус все один. Мне кажется, смысл автора был... Должен был быть 3 сезона, как выясняется. То есть нам историю эту не дорасскажут. Нам придется ее додумывать. Уже давно ее не видела. Она, наверное, снова спорит с Гасом, его тоже нет. Я проголодался. Давайте перекусим. Давайте. На фудкорт сейчас пойдут. Интересно. Все как в нашей жизни. Теперь мы с облакоголовыми и есть должны. Да ладно, мы же всегда едим в столовой вместе. Да, ты права. Мне тоже, пожалуйста. Конечно, красавица. Они везде вместе ходят, ты замечаешь? Мало того, что они вместе ходят, один и тот же из обслуги. Вот этот. Да, да. Они да, что, да. Не замечают, что это один и тот же персонаж? Но удовольствие обслуживать такую очаровательную пару, как вы. Мы не пара, старик. Да. Я не хотел вас обидеть. Простите. Не хотите ли хот-догов? Да. А мне 2. Сейчас отличный он их похитит. Выбор. Это особо огорчится. Мой специальный соус. Запрещенный соус. Классные хот-доги. Что такое? У меня живот болит. Это твои хот-доги, твоя идея. Да, и ты согласилась со мной. А теперь у сладкой болит живот. Что ты задумал? Кабали тоже нехорошо. Я вернусь обратно в школу. Я с тобой. Это явная необходимость. И это наводит нас еще на одно интересное наблюдение. Если убить их в этом состоянии, то получается, ангел умрет. Да. Хотя мы и не знаем, смертны ли ангелы в состоянии ангела. Может, они тоже смертны. Да. Я так и знала, что не надо тебя слушать. Чем я-то виноват? Он здесь ни при чем. Ты хотел, чтобы мы вместе поели? Хватит. Если ты хочешь войну, то войну ты и получишь. Это же какой-то дебильный план. Вроде как паукоголовая... Мы будем выражаться обидными терминами этого мультика. Чтобы они были вместе. Наедине, да. А этот, вот сейчас она сольет этих двух девчонок, Урию и вот... Урия или как ее зовут? Короче, и вот эту девчонку демона. И они останутся вдвоем. План работает пока что. Он сливает. Куда она пошла? Разберемся на дорожке. Я заняла всю дорогу.
Тогда отъедет меня. Я еду так быстро, как могу, но Раф они не сдается. Они по-другому проблемы Если не могут Если я поеду решать. Еще быстрее, мы оба окажемся в больнице. Спиди-гонщики. Эй, я не могу повернуть. Давай, давай, в Апекс. Сульфус! О нет, Сульфус, что с ним? Куда они поехали, черт возьми? Эй, поуважительней про чертей. Моя машина не останавливается. Реально, нет ни одного оскорбления с ангелами. Все обычно, черт возьми, черт ангел, подери. Ангел, ангел подери. Подери меня. Это ужасно. Моя тоже. Может спрыгнуть. Это слишком опасно. Мы же смертные, мы можем поломать себе шею или что-то еще похуже. А, тогда у нас проблема. О! О, это было близко. Ее раздавило. Держись! Рано или поздно в этих штуках закончится бензин, и мы остановимся. Дураки, вы остановитесь, когда я этого захочу. О нет, я уже мы... Они, он везет их в романтичное место. Закат, закат, море. Элла сегодня. О, слава дьяволу, мы остановились. Ну что произошло? Не знаю, но у меня какое-то дурное предчувствие. У меня тоже. Мне кажется, что за всем этим кто-то стоит. Но кто? Почему? Я не знаю. Они чувствуют наше присутствие. Это шестое чувство. Им обладают все ангелы и демоны. Но не волнуйся, Малаки. Не знаю, мы тоже чувствуем, что это какой-то бред. Шестое чувство. Мы свое дело сделали. Раф и Сульфус остались наедине, и им ни за что не справиться со своими чувствами. Какой красивый закат, да? Да. Очень красивый. А слушай, у него звезда на лице. Он как Зука. Слушай, это интересно. А, дают же звезды за то, что ты касаешься ангела. Это на руке. А кто-то прям вот сел ему на лицо. Какой-то ангел, что все это до сих пор. Причем такой прям крупный ангел. Кокс, как ты тут оказался? Василиск! Что происходит? Зачем это? Они такие, нельзя. Мы вам помешаем. Мы вам помешаем. Кокс. Это их пикси. Кокс и Василиск. Разумнее. Лучше понимают, да, что происходит. Да. Кокс и Василиск. Я это вслух говорю, да? Да хорош уже, блин. Вся серия превращения. Мы реально с тобой, та серия идет 10 минут, мы сегодня 3 минуты только одни превращения. Да. Ты совсем с ума сошел? Что ты сделал с этой ангельской девчонкой? То, что она меня попросила, что меня... Что? Блин, камон, ребят, ну, я же демон, черт, зачем меня ругать за то, что я делаю свое дело? Наоборот, это, мне кажется, прикольно, да? Да, типа, наоборот. Совращать ангелов, это совращать ангелов, ты сама демонский. Подумай, как ты стала дьяволицей, забыла, что ли? Ведь ангелы, демоны стали, они же были до этого ангелами. Тут не такая теория. Соответственно, чем больше будет совращено таких, как Раф, тем больше будет в армии сатаны. Это же логично. Вы все видели? Мы все время наблюдали за вами. Но мы же не сделали ничего плохого. Тише. Пока не сделали. На. Ты не представляешь себе, как все серьезно и какой опасности все мы подвергаемся. Мне очень жаль, Раф. Но нам придется принять жестокие меры. Это какие? Ангелы. О, нам придется принять жестокие меры. Закончить серию вот так вот. Интересно. Ну, слушай, как можно? Это надо прям вот разделить их, да? Вот, отправить ссылку какую-то. Отправить ссылку, да. Потому что просто говорит, что не общайся с этим мальчиком. Это ж наоборот. Или они на них камеры? Они что? Вопрос с этим плодом. Проигнорировали. Я там, не бери. Я такой, ну как не берут? Уже интересно. Там невозможно интересность. Короче, запретный плод разгорелся в их сознании особенно яркими огнями. Я слушаю, это правда интересно. Да, да. Что-то, ну я не могу сказать, что... Ах,
Но... Не, ну слушай, давай так, я же говорю относительно... Относительно робота Архангела и вот сюжета с любовной линией. Относительно первых серий прикольно. Это становится прикольно. Ладно, пишите ваши додумки, догадки, если вы не смотрели. Вообще, кто... Мне кажется, люди смотрят только, которые это все видели. Но в основном комментарии этих людей я читаю. Вот те, которые это не видели, вы вообще как? Вы мироощущаете себя после увиденного? Возможно, по-другому. Напишите, пожалуйста, как вам вообще проект? Нравится вам или не нравится? Потому что, ну, вроде как неплохо становится. Да? Да, вроде бы как неплохо. В любом случае, спасибо, что посидели, посмотрели с нами. Пока. Пока.